Audi Q3. Пожалуй, самый сложный автомобиль в семействе Audi по установке камеры заднего вида, если изначально в автомобиле даже партроников не было. Вот сперва такая ручка, потом мы поработали, и появилась вот такая вот ручка со встроенной камерой заднего вида. Вот как она показывает теперь на штатном мониторе. Включаем заднюю камеру, заднюю скорость. И вот при повороте руля получаем поворот парковочных линий. Выключаем заднюю передачу, все возвращается в штатное. Опять включаем заднюю передачу и видим камеру заднего вида. Так что обращайтесь, не стесняйтесь, вам наверняка тоже понравится.